Выставка прикладного искусства Ольги и Константина Кривых «Золотое зернышко» открылась в Томилинском центре культуры и семейного досуга. Там же прошел мастер-класс для детей «Забавное творчество», а также концерт вокального ансамбля «Бельканто». Константин и Ольга Кривых – творческая семейная пара. На их совместной выставке Константин представил экспозицию портретных шаржевых скульптур знаменитостей из полимерной глины. А Ольга – свои работы из обычных бытовых предметов, изысканно задекорированных фруктовыми косточками, зернами и семенами. Это направление арт-терапии «Золотое зернышко». Недавно мне позвонили, пригласили провести выставку. Здесь я уже проводила раньше. И принять участие. Сегодня состоялось открытие выставки. Ольга не первый год проводит выставки и мастер-классы в Люберецком округе, где приобщает к декоративно-прикладному искусству совершенно разных людей. Приобщение к прекрасному, оно может с чего-то начаться, с какой-то мелочи, а потом человек уже как на крючке. Для учеников 5 классов 14 школы Ольга Кривых провела мастер-класс «Забавное творчество», где обучила их технике декорирования, декупаж. Совершенно просто. Обычные салфеточки. Можно какую-то красивую нарядную коробочку самому сделать в подарок, да, туда что-нибудь положить, вручить другу. Можно сделать баночки, любые вот ботиночки, все что угодно. Ребята, вам понравился мастер-класс? Да! В завершении для детей выступили солистки ансамбля академического вокала «Бельканто» Анастасия Крестьянинова и Екатерина Фуранова. Выставка «Золотое зернышко» открыта в Центре культуры и семейного досуга. Каждый желающий может ее посетить и оценить работы. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.